Да, мы сегодня будем играть девочками-витубершами. Там же другие витуберы. О, боже мой! Чё теперь? Я украду у канала миллионника популярность. Шиш. Нет. Так. Давай показывай, я не знаю. Player name Нинора, да. Старт. Напугал. Как вам звук, нравится? Новая группа идолов, бла-бла-бла. Я не успеваю читать. Спасибо. Они все любят этих ютуберов. Но, к сожалению, какой-то злой баг и злодяка пришел, чтобы их убить. Но мы должны спасти фанатов. Зачем? Короче, очень громко. Sorry! Пойду я. Ладно, пока. Та-ба-да-ба-да-ба-ба! О боже мой гад! Если что, посмотрите, сколько часов наиграл мистер Твен в эту игру. Ну, я их знаю. Да их все знают. Неудивительно. Так, let's play. За кого будем играть? Я за гуру! А мне больше Амелия нравится. Ой, что вы мне сделаете? Stage mode. Давай. Давай, все, все, все дефолтное. Это, короче, Vampire Survival. Так, что делает? А, это хпшечку восстанавливать. Я тоже всех знаю. Жесть! Жесть! Амелия слабенькая, тут без норм итемов. Потому что она самый первый персонаж, логично. Я всех попробую. Чё мне? О боже, вот если бы кто-нибудь... Не я. Сделал бы перевод, было бы так класс. А у него есть перевод? Давай бутылки возьмем, не знаю. А надо кликать, куда он стреляет? А, нет, идти. А если в нее на геймпаде играть, то так удобнее? Она вообще... Ее можно играть на геймпаде? О, можно. Блин, я как будто бы специально стреляю мимо врагов, знаете? У меня анти-таргет. А-а-а, цыплята! Пока мы это мне режим стрельбы. А я уже этот взяла геймпадик. Тут с геймпада кал. Ну, я пока нормально. Нет автотаргета, кстати, да. А с мышки как будто бы есть автотаргет. О, док и компаньон. Хочу собаку. А чё вы на меня лезете вообще? Ну не... Лава, давай лаву. Хилочку бы мне найти. А-а-а. Получаю пизделей. Так, собака, давай улучшайся. Ничего не знаю. Хватит меня пиздить! Мышка может на врагах надеться. Так тут тоже. Та-та-та-та.
Мышка мне, наоборот, неудобнее. Что? Что вы меня бьете? Кстати, игра теперь, наоборот, не слишком ли тихая? Нормально? Хочу еще лаву, ничего не знаю. Или critical damage. Шотган, ну давай не шотган, я не знаю. Плюс-минус, нормально? Могу чуть погромче. Так, каждые 10 секунд будет дропаться close by, close by. Food drop. Давай food drop, а то я умираю. Spider cooking. Ой, я не шарю. Вы шарите больше меня в этом вообще. Не знаю. Мне уже ничего не поможет, мне кажется. А вот я вот сейчас вот это пройду, а мне будут открываться новые персонажи или новые что? В чем прогрессия? Просто интересно. Давай, все оружие наносит. Наносит все. Аня, пупырка. Есть автособиралка со всей карты этих пупунек? Аня! Отстаньте от меня, осьминоги! Не знаю! Где собак? Собак. Я забыла, кстати, как собак зовут. Бупа вроде, или баба? Опен. Буба. Чую запах баурсаков на кухне делают. Что это? Конечно, самое лучшее, что есть у Халаева, это его, блин, фанаты. Это же не компания, если что, это все делала, это все фанаты сделали. Бра-бра-бра-бра. Моё! Что это за палочки? Это типа палочки свидяшки, которые... Которые типа для болельщиков? Чё пишешь? Также еще слышу, что на стримах происходило. Я про высказывание насчет запаха ее ног и конкурс проверка, у кого самая захлопленная комната. Да это про кого? А 15% шанс избежать атаки, типа. Опа!
Я не про тебя, а про Хачу. А, но это не удивительно. О боже мой, это моё. Хентай картинки с посмотрим. Ну, это не так уж и прям вау. Типа, мне бы тоже было бы не западло, если бы мне картинки рисовали. Парочку сердечек поставите, вообще похуй. Что это такое? Музыка хорошая. Так. Трогательная музыка многим нравится. Особенно если она не слишком высокая. Ну, по звучанию. Щит? Давай щит. Сейчас кто-нибудь скажет, типа, ах ты тварь, не целишься, ну и чё? А похуй. О, это вампиризм, да? Галочка, ты всё умрёшь. Не надо. Нет, я не галочка, так что я не умру. Бомба, давай. Опа. Сразу три. Обозьма это мне. Что это такое? А. Boy Love один из про тех самых. Только не в тех самых. Здорово, как тебе панда? Панда? А, я еще не смотрела. Не Нора Дэнс. Я стараюсь. О, давай скорости добавим мне. Яой. Ну, яой это неплохо. Бан! В жизни. Чё, догоняют меня чё-то? Ты хоть без стратегии, но пусть и все правильно делаешь. Потому что я профессионал, я же говорила вам. Вы никогда мне не верите. Давай, давай топорик, хочу. А это что, Fire Fast? Random Target? Я не знаю, кто из них более сильная хуйня.
Наверное, вот это, потому что она у нее таргет 10 атак, наверное. Или наоборот, типа она рандомная. А вот хуй знает. А, меня окружили демоны, падлы, суки. Ну как это? Кольцо. Прошла с домами? Нет. Там еще дохуя всего. Мне нужны моральные силы, чтобы его пройти. Так, щит мне пригодится точно. Так, твоя бомба. Рога. Почему я так долго живу? Ну это что такое вообще? Сейчас специально сдаваться надо, значит. О, нет! А нет, босс. Просила Нати. Пип-пип-пип. А чё пип-пип-пип? Опа-опа. Ты не пройдешь. Яй, ачивка. Опен. Лава. Хватает дэмэджа. Мне нужна какая-нибудь штука, чтобы прям вот прям вкусно было. Что-то нету такого. Чего это? Апгрейд? Я проапгрейдила или нет? А, привет, стики норм, да, Макс, судя по всему, дает. Чё дает книга? А, эти летающие книжки. Эти.
Брысь мыши. Лава хорошо. Ну, это такое. Бесплатная игра. Ага. Абсолютно фри. Потому что если бы люди продавали это, то... боюсь, что Life бы сказала бы, а-та-та, копирайт. Ну хули вы тут на нашем имени зарабатываете? Хочешь, скачай? Мы начинаем проигрывать, кажется. Вот бы моя пушка быстро делала не точно в цель, а по площади. Вот это было бы охуенно. Вроде имя где-то видел было, нарезка где Субару или Луна, или как там играли в ботан в режиме кода автомагавка. Не знаю, наверное. У меня мускулы большие. Капец, мне ачивок сыпят. Просто за любую хуйню. Что-нибудь клип. Где они кормили вымя? А, да или вымя. А эта игра реально есть? Просто вопрос. Да? На каком-нибудь свече, да, наверное? У меня нет свеча. Давай, я не знаю, ты. Фигня пошла. Бомбы, не знаю. Эй. В смысле со всех сторон, брось. Мне как-то выдвигаться наверх. О, сразу два босса. Ты играл где-то или корвы? А. В смысле? Ты говоришь хз, но говоришь играл. Я запуталась. А, не игра. Всем привет. Привет. Мы тут коровьевыми обсуждаем. Ягу! Ягу! О май гад! Куда убежал? Critical damage. Что мне делать? Как дела? Я немножко умираю. Ту-ту-ту-ту.
Аня! Это хорошо, что тут такая система, что можно уйти за кадр, и чуваки не появятся с другой стороны тебя. Просто такое бывает, что карта типа как бы цельная, но враги как бы исключительно находятся в кадре. Блять, я умираю, нет! Что мне делать? Это я в магазине акции все бегу за покупками. А я-то чё? Я чё, продавец, что ли? Чё за мной все бегут? Я не товар! Не уменьшаются как-то. Олечка. А, это хлеб. Не подскажете? Я не подскажу. Моё? Хотите, я как мистер Одинокий Волк перепою эту песню? В одиночестве! Что это? О, наконец-то! Привет, новоарбузный. Заходи. И сразу меня бить. Вот типичный арбузный, конечно. Где тут находится полки чипсы? Да, иди ты. Вредно тебе вообще-то. Все, поехала. Куда? Ну ладно. Офигеть, вас так много. Как относится к Витору, что в профильной форме готов зрителям выдавать, еще оказывается диван эксперт в области медицины, либо это рофл, который я не понял. Я не поняла, ты про кого конкретно? Просто таких чуваков много, как бы. Гигамелия! Нет!
Что за фигня? LE Play? А. Он учит людей медицине? Чё? Какой нахуй медицине? Ты же, блядь, стример. Вы почему-то не находитесь на стриме. Кто? На чем? Это тем, кто смотрит это все на ютубе. Ну да, хули вы не приходите на стрим. У нас это вообще-то это клево. Че, блин? Токсичный стример. Я его не смотрю, так что я вообще не шарю, что он там делает. Не мой тип. Держусь, это ну вообще как-то противозаконно. Это игра такая легкая, или мне просто так везет? Или я просто профессионал? Вот и думайте. Четыре часа. Ага. Я уж думала разных попробую всяких, а я вообще не умираю и не умираю. Он говорит, что судя по голосу, шиша роботан, человека управляющего ей, телосложение полноватое. От чего появляется вопрос, вот тут вообще это взял? Вообще насрать, типа. Ну вообще, чего-то он взял, я тоже хуй знает. Ну вот такой вот человечек. Ну вообще, у нее есть предпосылки на это. Могу только лишь сказать, что... Ну у нее же был стрим, где она рассказывала, что ее врач заставляет ее почаще ходить. То есть у нее есть, возможно, какие-то проблемы с лишним весом. Но это не точно. В целом, кому не похуй? Типа, мне лично похуй. А, жир дает на голосовой складке или что? Ну, типа, наверное. Она типа говорит немного вот так. Вот так постоянно. Ну, есть шанс, что это не только в этом дело, есть шанс, что это из-за того, чтобы ее не задианонили. Ну, в реальности, типа. Специально говоришь вот так, чтобы никто не понял. Как ты разговариваешь? Голос похожий. Я просто профессиональный стример. Я умею пародировать любые голоса. I'm just a robot. Не, уже не похоже. Уже больше на гуру похоже. Когда я умру-то, наконец? Тут уже скоро места не будет на поле боя. На этом вашем. Догнать не может. В
враги слишком медленные для меня. Да. Да. Так это тоже лично пофиг на всю жизнь людей. Ну да. Типа, какая кому разница? Нравится смотреть, смотри, не нравится, не смотри. Игра Рила легкая или там процесс затянутый Люминора Лаки? Не знаю, я получаю ачивки опять. Игра легкая. Все понятно. Все понятно. Вообще мне тоже так кажется. Минору, что ты врубил? Ты чё, Что за дезинфа? Та-та-та-та-та. Уже левел. Где это пишется вообще? Левел 48. А какой максимальный? Или тут нет максимального? Очкам везет. Не надо на меня падать, пожалуйста. Пожи. Походу скоро мне пизда, мне так кажется. Угу, начинает пробивать. А-а-а, почти убили. Нет, а. Все, F. Класс. Что-то powerful laser. Ага, horizontal only. Ага. Какие-то новые скиллы, короче, потом посмотрим. Подожди-ка, мне нужен меню. Так, резюме. А это не то. Quite, вот это. Yes. Так, хочу новую девочку какую-нибудь. Давай next. Что такое endless mode? Survive for a long as you can. А это не... Не дают поиграть тут. Окей. Держалась. Спасибо, бесконечный мод. Не, я не хочу бесконечный мод. Потому что я что-то не смогла убить всех боссов как-то. Косю. Косю. More damage, давай мне more damage. Что-нибудь поинтереснее. Ладно. Штыковая лопата. Ну да. В три стороны надо было бы бить резубцом. По идее.
Что-то как-то горы чувствуется послабее, как будто бы. Вампиризм чуть-чуть качнули. Купил две плитки милки с печеньем. Завтра буду кушать. Блин, мне теперь завидно. Это вот такое у вас. Что это такое новенькое такое? Типа тоже щита? Ататай, ататай. Начальник сегодня всех повесил обед, но капец у себя начальник. Я работала всего пару раз в своей жизни. В одном из таких разов мне повозили хуём по лбу. Сказали, денег ты не получишь. И вообще, мне нам на тебе насрать, ты будешь пахать как раб. А это все была практика. Чему меня научили? Не работать бесплатно. Хорошая практика. Как насчет шоколада? Не случайно на лотерейный билет выпал. Или? Практика сплошной скам. Мы это... Я одна такая была, которой не платили, прикинь? Одна! Ну как одна? Еще пара девок, которые вместе со мной пошли. Ну они те еще, конечно. Опен. Ну чё это? Я уже устала за гуру играть. Это прям, ну не вкусно. Верпрол. Давай. Это уже мне нравится. Опа, давай. Нас фраж в целом выбрашки. Вот это дарк, конечно. А, стажировку, практику типа не заслужил. Алло, ощет время свое на вас трачу. Ну да. Офигели. Окей, трезубочка. Просто он не нравится, я такая, ну не буду его качать. Я на него вообще даже не рассчитываю. Откроется новая локация. Хочу новую локацию.
сколько успел прочесть у нее скиллы заведомо на трезуб. Да? Все. В одном пакете шоколадных конфет с орехами Wildberries. Что? Шоколадная конфета в одном типе упаковки среди остальных завернутых в упаковку типа маленького ключика. Это как? Надо прокачать урон и скорость бега в магазин для новой локи. Вот это. Знаете, чему я не рада? Чему я категорически не рада в этой игре? Тут нет озвучки главных героев. Типа, какой-нибудь такой херни. Прям пиздец, как не хватает, мне кажется. Чтобы с боем съебаться бы поспешно. Да, Локи! Все, давайте, убейте меня уже. Все, не надоело. Это магазин. Чарок-чергача. Апгрейд. Вот это? Чё говоришь качать? В конце её трахнули. Найс. Прокачать урон и скорость бега. Дэмэдж. Где скорость бега? Атака. Рерол. Фандум. Что такое фандум? Нет гачи у меня, нету этих штук. Да. Фанаты. Ну, я знаю, что такое фанат, но я не понимаю, что она делает. Короче, послыгал, одна конфета завернута одним образом, остальным другим. А, странно. Дай прочесть. Что именно, вот это? Какие-то бонусы пишет, я хуй знает. Гачи стоят еще монеток сверху, есть переключатели. Да? А, вот это типа? Тебе вот... Боже мой! Аня выпала. Я не помню кто. А, что ты пришел? Что надо? Что надо сделать? Что ты хочешь? Это что это? Пришел вот так. Что? Так, интересно, сын Калёпы Яра есть?
Ну, вряд ли. Тут маловато персонажей так. Давайте. Раз уж мы его выбили. А, вот тут еще меч надо прокачать, левел 2. Доперла. А почему она не открывается? А что надо сделать, чтобы она открылась? Ладно. Бить всех на первом левеле? Что-то не получается. Да. Ну, я, конечно, мазила. Почти убила всех первый раз. Ну, блин. Немножко не хватило. Это значит, не знаю, возьму. А, замедление. Штуковая лопата. Тут пока какая-то хуйня выходит. Ближники явно что-то не мою. У тебя ульта сверху зарядилась. Как ее использовать? О! Я нашла кнопку. Тайминга. Моя. Свинка? Я хочу выжить. Лорда Рорграда. Кто такой?
Моя. Ну чё вы налетели тут? Ты взяла подушку, пока стоишь, видишься. И замедление всех работает. Мистер Твен уже профессионал в этой игре просто. Дайте мне бургер. На лоу хп, да. Держимся. Powerful лазер. Ну давай, не знаю. Да. Упс. Давай, ты обязательно выживешь. Может быть. Понимаю, ибо если сосредоточенность, ослабленность, дан сюда за всю смерть. Да. Именно поэтому я читаю чат. Почему? В смысле? Тебе что-то не нравится? Не, ну, я понимаю, Дварф, ты меня переоцениваешь, но... Я не могу это прочитать! Да похуй! Кто-нибудь переведите! Не, я выживаю, прикиньте. Капец. Да. О, Макс ХБ. Сам ты пинс.
Постой, не двигайся, будет хит. А, да? Да? Да, тут вокруг. Саварду! Господи, что? Вы там уже сосётесь во всё. Бомба. Завидуешь? И чё? Опа. Минус. Ачивку дали пацифист не убивать босса 5 минут. Я профессионал! Понимаете, это было испытание для босса на выдержку. Я думала, он ливнет отсюда сам. Жертвоприношение. А это другая игра.
Как думаете, пройдем? О, на зон прикола пришли. Получится, это пока что получилось. А, давай. Что это у меня там за приколы такие? Можно мне просто гига-штучку, чтобы собрать? А почему треугольники? Это типа мини-ютуб-каналы, типа, или что? А, коллайд точно не хотел. Значок ютуба как-то. Вайя. Да. Пизда у меня случилась. А, надо было ульту нажать. А я забыла что-то. Вранье. Спешл кулдаун. Окей. А чё ты говорил, где там надо рыб ловить? Или у меня это еще не открыто? Что ты имеешь в виду? Давай щупальцы. Подожди-ка, надо открыть что-нибудь. Мой хп. Я умираю. Крутим, 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 крутим. Закрыто? О, боже мой, мне выпало. Господи, какой же это шрифт. Вестя. Длинные. Почему закрыто? Когда откроется? Вася! Помогай! Выручай, я не понимаю. Цыплятки! Так, ты первую локу не можешь пройти, проходи. А. Ладно. Я хочу просто это. Хочу большую штуку. О, вот такую. Чтобы всех ебать.
склонись перед богом смерти. Ня. Качает не щупальцем, да. Ладно, сейчас прокачаю твои щупальцы. Теперь это гига щупальцев. Ты доволен? Слушай, если уж так говорить, что многие любят кентай с щупальцами. Так что... Абра-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 бра. А почему меня убивают мои же, типа, помощники? Это предательство? Что, даже ты? А я разве не сказала, что многие? Или все? Что я сказала? Думаешь, я типа какая-то, не знаю, особенная, отличающаяся или что? Что-то я умираю. Откуда ты думал что-то про меня, чего я не рассказывала? Все вам расскажи, все вам вот это вот. Это не будет. По крайней мере, Ктуна, Йок, Сирона видел насчет давно по лору убитого... Господи. Просто... Вне контекста. Я такая типа... Чего? Ой, еще 3 щупальца, наконец-то. Абра-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 бра. Меч как-то посильнее был, да?
пацанке поиграть захотелось. Мне тоже. Я уже давно-давно говорю мистер Твен, а он все говорит, ну нет, 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 нет. Сегодня или нет? ХПшечки давай. Умираю, чат. А нет, бургер. Что, умрет босс или не умрет? Сколько ты будешь еще впитывать? Это я видишь, что тут был. Так это получается, это подписчик отпиздил. Что-то не по правилам.
Ой-ой-ой. Не успела пробежать. Ура! Померла, наконец-то. Multiply all damage. Давай. О боже, целых 3 коробочки. Бра-бра-бра-бра-бра. Бра-бра-бра-бра. Опа. Про ульты не забывай. Не забывай. Нормально. Шиш. Отлично. Мега-бомб будет. Дистяю по бомбе. Поняли? Я уверена, многие бы из вас такие, а я бы сделал ульту, типа, ага, наберет всех и ебет. Ну, стопудов, ну, вы... Вот не говорите, что это не были ваши мысли. Прочитано. О, вот тут я в прошлый раз сдохла. Мне жаль и люби просто так. Уже ёбнулась. Бой. Смерть близка. Нет. Я вот так делаю. Бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра. Всё. Катя-лель. Серьезно, из какого чердака создания ты ее вытащил? Ну, это типа часик. Ну, блин, вот я престарела, извините. Я сейчас пожью. Типа. Сейчас, я резко забыла. Место нее, твоя невеста, честно. Честно я ее.
Джага-джага. Тебе масса залетела, да? Не помню. Может быть, в закромах я что-то такое смотрела, а потом забыла, что смотрела. Все? А, нет, это ачивка на дамаг. Я уже думала, босса убила последнего. Уже обрадовалась, стоп. У тебя щупальц. Мяу-мяу-мяу. Мяу. О нет, паника. Там две награды лежат. Мне не падают щупальца. Мне, блин, палочки падают. Бр-б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 р. Нет. Тебе даже игра помогает цитики грызть. Опа-опа-опа, это мне. Паника, летящие осетеля, это как? Ой, мама. Все, бежать. А что мне делать с этим стиком? Что ты с этим? Не знаю. Все, убился? Наконец-то. Ой, блядь, как бы туда теперь пройти? Ой, мама. А вот так. Бра-б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 ра. Стрим пернул.
А-а-а. Извинись, стрим. Когда уже будет последний босс? Это последний босс? Статубу посмотреть, ладно? Я же ее убивала, разве нет? Или не убил? Бра 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 бра. Я типа ее игнорила все это время. Блин, собак. Мрю, 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 мрю. Я умру сейчас. Я сейчас умру. Мне поможет только удача, мне кажется. Где она? Вот она. Шиш! Я молодец. Я могла бы сделать это и в первый раз, но здесь это заигралось. Кола Хаус, вот это? Что это? Где ты говоришь что-то рыбачить? Я так и не поняла. Какая рыбалка? Что ты тут 3 часа делал? Давай качу покрутим. В хаосе, да, там рыбалка. Ага. Зомба. Белочка. Вот тут. И что тут надо делать? Что надо делать? Кастомайз ком. Что это? О, домик. Привет. Что купить можно? А, вот рыбалочка. Пить.
чего мне не хватает. Что это такое? А, вот это? Чего надо нажимать, я не поняла. А, стрелки надо. А, только сейчас дошло. Ой. Рыба. Шримп. Ну блин, ну еще на геймпаде еще непонятнее. Ой. О. Тонец. Я люблю тонец, наверное. Или нет? Наверное, не очень. Не помню. Мне понравился тот, который соленым брали. Крика. Мы выловили крика. Зависит от удочки. Но я уже поняла. О. Блин. Sorry. Да в смысле? Ютубер ловит рыбку. Ты на что намекаешь? Чё это? Чё он делает? А кроватки всякие покупать можно? Чё футон так дорого стоит? О боже, кроватка. Привет, олень. Чего ты продаешь? Семена? Ой, сколько? Сколько семян ты мне дал? Фермеры рыболов. Чё это фигня какая-то? Это не цветочек. Почему я не могу выбрать то, что я купила? В смысле? Не поняла. А за фигня. Я посадил. Что это вообще такое, блин? Курятника тут нет? А тебе зачем? Кук. А, я могу готовить шримпов. Мне нужно вид. Что такое вид? Ничего нету. А я еще не добралась до тех типов. Sorry, Paul. Дорога закрыта. Ладно. Paul, я сказала. Креветки валяются.
Вот мы и дома. Чё-то тут как-то... пустовато. У меня есть только кроваточка. Чё? Вот этим ты тут занимался, мистер Твен? Все понятно. Короче, забавная хуйня, нормально. А сегодня все? Нормально, посидели, почилили, повсегдали это фигней. Попугались немного, нет. В скобочках. Спасибо, очки, что тут со мной сидели. Кто не подписался, тот лох. Пока. Вот еще дворуха лев, хочешь уйти, хуй тебе дорогу закрыть. А. Наверное. Пока.